рублі якраз в комісію йде. Виводя з цього, як його звати, з Яндекса. Сколько ви ще в Києві будете? Ну я буду до сентября, серий Денетрі. Где-то до понедельника, може до вихідних. Да, Руслан, жду. У тебя есть время еще минут 15. Да. У нас с тобой спор. Я вот уверен, типа, что ничего такого не будет. Так что, типа, забей. Так что забей просто. Дмитрий, шо? Сука. За шо матюхаешься? О, пацаны, слушаем, короче, дис. Purple Moon. Дис на Оуэна. Дона. Ща чекаю. Все, пацаны, врубаем. Берите, короче, оно нормально дыса греет. Понял? Твое имя Овина, фамилия я Даун. Твое имя Овина, понял? Фамилия я Довин. Я твое имя пидора, Овен. Фамилия я Болин. Эй, я грррра. Ра. Твое имя пидора, съебанный Овин Товин. Бля, сначала, да, говорите тихо, ладно, сейчас сделаю громче. Типа тут пиарит, кого ты, блядь, пиаришь? Сначала, все. Тун-тун-тун. Да тихо, не слышно, слышно. Вроде. Purple Moon Beach. Purple Moon Beach. Твое имя Овина, фамилия я Даун. Твое имя Овина, фамилия я Довин. Твое имя пидора, фамилия я Болин. Блин, а можно текст этот, ты, блин, геюшка. Твое имя Овен, а фамилия я Даун. Да? Понял? Твое имя пидора, съебанный Овен Товин. Шестой левел админки как-то совпадает. Шестерка беспонтовая, типа тут пиарит. Кого ты, блядь, пиаришь? Ебанный Овен Товин. К тебе заходит на стрим? Лишь за промокодом, такую хуетень снимет только школьник. Фантазии нема, контент настолько скучный. И да пошел ты нахуй, шису пьебучий. А сколько ЧСВ в этой жирной харе. Взлетел бы в небеса, ты что, он тут пиарит? Пиарит свою личность и, сука, бля, не болик. Как можно так доверить такую роль уёбку? Твое имя Овина, фамилия где бабки? Проебал весь кэш, но на гранде нет онлайна. Твое имя Овина, фамилия я Довин. Твое имя Долбин. Твоя фамилия наёбщик. Нихуя не делает, а бабло, бля, получает. С твоего ебать контента не посмеется даже Сампер. Ты просто, блядь, тупой. Скажи даже спасибо Сампер за хайп, блядь. Нет. Твоя имя Овина, фамилия я Довин. Ебаный педал, что ты в помойке. Залезь ебать обратно и, сука, ты не бой там. Я грррррра. Грррррра. Понял, всё? Кончил? Струсил? Молодец. А, всё, кончилось. Тю. Тю. Даже начать не успели. Нормально, ладно, пацаны. Все, возвращаем тогда все на свои места. Четко, в последнее время всех самперов на часы понесло. Да господи, это не сампер, это, блин, какой-то майнкрафтер, понимаешь? Вот именно, если сейчас включить, блин, Брулева, пацаны, или включить этого, как его зовут? Блэк Джесса, пацаны, вы, блин, послушайте какой-то контентасьон, если у них нормально часы. Пэнч, я говорю, типа, именно во время, типа, в самом тексте донейшн надо было написать, понимаешь? Такая тема. Брёв топ рэпер. Во, да, кстати. Пацаны, сейчас подрублю, короче, вы услышите. Он сотку на Сатурне брал. Какой он майнкрафтер. А, ну ладно. Так, ладно, что я хотел написать? Брулёв дис, да? Брулёв дис. Всё. Во. Всё, пацаны, подрубаем тогда Брулёв дис. Стой. Тихо. Опа, сначала и подрубаем, так сказать, звучочек. Тупо контентасьон подрубаем, да, пацаны? Во, все. Ролик в стиле Ярослава Бриликова — это почти самый легкий тип роликов. Все, пацаны, включили. Ой, заебали эти новые. Я ему сказал, что типа 50 ком комиссию, то есть 40 гарантирую. Заебали, пидорас Семен. Как Денис на троне. Векал на меня, пиздец, я тронут. Антихайп по коням, Брулев одел корону. Ты, Семен Петрила, знаю, это есть в законе. Жополис не только, я кочу тебе в рот. Понимай, все не, это вот как смешной анекдот. Типа, закрой свою пасть, пусть, сейчас да. Говорит твой босс. Ангел Касада, как блин, дела, отсос. Я лучший, а ты держи за счет конфликтов. Ты бы трахнул свою мать за 20 виртов. Ты мерзкий парень, какой-то дурень. Пытаешься пиариться, пиздец, позорно. Но все же, ты ведь новатор сперма. Шепелявый хуй собрал все нервы. Эй, ты, Семен, ты грязный пидор. Просто люди клоп твоей мамаши клетом. О, да, это не Эдис ебучий, который подобрать. Ничего не даст. Но по сути типа ты мудин, пиаришься за счет других, ага. Лишь бы отвязать хуёв чужих, типа, блин, а да, мы же ведь все типа, говно. Никто не достоин контента твоего, понимаешь? Ты уёбок, вот на зеленый фон. Вот и показатель уровень миллион. Хуёвый клип, не то говорит. Тут сразу пиздозады и что-то пиздит.
Данил Семен, недоношенный отброс. Серьезно? Пачку ты прикрой, нет, до типа, меня ты не дорос. Угораю в голос от твоих разоблачений. Среди умственно отсталых ты первый гений. И ты все же скажешь, что здесь ни о чем. Так продолжаться не будет. Дальше не придумал, поэтому соси хуй и свою варежку в сторону меня, да и всех блогеров не открывай. Шлепа. Яу, подписывайся на канал, интересно, ставь лайк. Реально, то есть 60-ку закинул, до минимума, вот, скики сотку. То есть сотку выводишь, ты в комиссию, да, 43 рубля. Да, с Яндекса выводить сотку тоже минимум. 43 рубля это, то есть у нас получается сотки, тики 50 рублей буду. Ярик, через это бомба, ровно, понял, это самая долбоебская система из всех серверов. Так, ладно, где еще дис? Вот. Black Jesus, Кассада. Black Jesus это говорит, что я убью вас, убью ваши семьи, если вы мне не угодны и вы плохой контент делаете на ютубе. Если быть точным, он говорит абсолютно про всех тех, кого он не назвал. То есть это можете, каждый ютубер, который слышит вот это, можете записывать смело это на свой счет. А лучшее, что Black Jesus сможет, это заткнуть писькой рот и молчать, наслаждаться жизнью дальше. Сам пека калька бог, сделал на меня пиздец, покойник, лицемер от бога, недостоин трека, колобок без ноги, кто-то против Блэка, королева Салада, я дам тебе бог. Сейчас, Макс, секунду. Поставил свое мнение чекаю. На автопилот. Ты просил всех не говорить обо мне, ведь тогда ты утонул бы в своем говне. Пацаны, минус уши. Сам перезашквар для тебя, но ты же чисто минус суши, пацаны, да? Нормально такое? Я не ПРП, в самби твою мать ебали. Ты тупой, да хуя. Про меня целый фильм ты снял, нахуя. Про медведя сказку. Нормально, пацаны, этот скример. Шекспире, заебись, поспал. Я был поставом, тебе писал. Да, окей, ребят, типа, прошло по сути 12 минут. Я просрал, типа, как его? Бля, не челлендж, как его назвал? Как его назвал? А, вот, спор, короче, просрали, пацаны. Минус 50 лямов, пацаны. Тихо. Что тихо? Тихо было, фига себе тихо. Да, вот, я спор просрал, пацаны, значит минус лямов. Минус 50 лямов, сейчас будет. Ну мы просрали, понимаешь, что мы не просто так отдали за нас. Мы просто спор сделали, потому что я не верил, что типа, у пацана есть типа бабки. Галил вам, да. Это был пранк. Пацаны, это был пранк, с ним заканчивается, это побачить от твоего бачки. Анжела Кастрада, ты настолько никому не нужная хуйня, что я даже не делал ответки целых два месяца. И вот сейчас выбилась минутка, чтобы сходить посрать, и когда я смывал, я вспомнил о тебе. Надеюсь, ты понял, с чем ты меня ассоциируешься. А если вы, дорогие друзья, не всем такие пока. Же опущенные макаки, как Анжела Кастрада, то всех жду на Гранд Роли Плей Марс. Теперь я тоже там играю. Вот, слышали? Все жду. А ну стой еще назад. Если вы, дорогие друзья, не такие же опущенные макаки, как Анжела Кастрада, то всех жду на Гранд Роли Плей Марс. Теперь я тоже там играю. Мой ник Jesus Black и мой промокод для прокачки аккаунта в описании. Пацаны, шо, может быть вебочка? Не, пацаны, всего лишь 500 рубасей, даже уже меньше, там 450. Так, все поняли, что микроф. Ну да, пацаны, ну ладно. Так, ребят, ладно, сейчас подрубаю. Короче. А ты Кассада с... Обоссан. Ладно, понял, пацаны. Смотрите, короче, такая тема. Да без звуктики надо, да? Смотрите, звуки просто фотку сделаю. Ладно. Короче, делай, ты знаешь. Я музяку поставлю. Давай. Сейчас скажу, пацаны. Все поняли? Сейчас, пацаны, секунду. Сейчас. Кстати, пацаны. Сейчас, секунду. Ту, Денетрио в ролике, это так, держу в курсе. Потому что он хочет, типа, этот спор...
вырезать и показать, как смотрел в ролике, это так, держи в курсе. Хороший. У меня он же почти... 130 тысяч... Так, я жду. Да, Руслан. Так, ребят, сейчас, секунду. Сейчас все сделаем. Вруби зеленый слоник на стриме. Да, не, спасибо. Запись запустишь. Да, сейчас. Сообщение. Так, Grand Royal Plenty, сколько знатели? Один косарь. Хуя себе нахуй, 70 рублей в комиссию ушло. Ну да. 7 рублей, 7 копеек с каждого рубля. Ого. Фу. Нормально. Го-вебку уже. Так, го-вебку уже. Не-не-не, именно у нас был спор другой, понимаешь? Вебка вот сейчас, типа, кто-то любой 400 кидает, мы сразу же вебку можем подрубить, понимаешь? Ладно, ребят, окей, нам сообщения уже идут, то есть все идет, как бы, поняли? Сейчас, короче, у нас был стрим, ребят, мы только провели интернет пару часов назад, и... Мы с Денетрио не верили, что, типа, у чувака есть один косарь, правильно? Вы сами понимаете, типа, мы сказали, типа, ребят... Ну, типа, чувак утверждал, что, типа, у него, там, у меня косарь есть, я могу там кинуть и так далее. Еще кто-то утверждал, что у него там, блин, 600 миллион евро, блин, хата в Киеве подарит, блин, за отсосай. В общем, это мы поняли, да? Такая тема, мы запустили спор со стримом, что если в течение 20 минут нам прилетает та сумма, что он говорил, что у него есть, я эти 50 миллионов, то есть пол моей суммы, которую мы, блядь, копили с 17-го года, с 5-го месяца 17-го года, то есть да, у нас начиналось типа развитие, и мы копили это. И, в общем, мы просрали сейчас 50 миллионов. Не насосало, а подарили. Да-да-да. То есть получается, ребят, такая тема. Мы сейчас идем в банк. Да, вы можете видеть сейчас на фоне таймер. Это было время. До 20 минут у него было времени. Опа, пацаны, тупо плюс открывашечка. Понял, принял. Так, у меня дом рядом с Путиным. Нихуя. Да и мои баллы на чистые. Це вырежешь, а то там политика нельзя. Так, пацаны, кстати, да, сейчас вырежем этот моментик. Если что, короче, кто кидает донат, уберите в Денетри у себя на канале. Так что да, может кидать. Так, сколько у нас здесь есть? 71 450. Сейчас надо снять бабки и пополнить на 50. Так, люблю девочек с зеленым килл-листом. Шо? Так, понял, ладно, пацаны, сейчас мы тогда готовимся к самому важному моменту в этой жизни. Пополнить банковский счет 50 миллионов. Он уже дал кашу, короче, рубль. Украинских гривень. Далее, хорошо, мы пополнили, ребят, 50 миллионов. То есть у нас было 106 миллионов, сейчас у нас останется 56. Помоги, я всунул провода от монитора в блок питания, на мониторе пишется нет видеосигнала. Может, у тебя с кабелем что-то? Ага, кабелечек ты, а? Перевод денежных средств. Мне, кстати, надо посмотреть какой-то чел. Я не знаю, насколько администраторы сейчас, типа, будут в шоке, но, блядь, я в шоке. Ты в полиции? Да, я в ПД, но сейчас от админки играю. 178-й айдишник, пацаны. 50 миллионов. ЛС я чекну потом. Да сука, блядь. Можно написать. У меня айдишник не пишется, лол. Провод от монитора в блок питания. Да, господи. А, кстати, да, что-то мы не то прочитали. Что-то он не туда впихуярил. Перевод денежных, короче, средств. Да, сука. Да, в смысле? Лол. Что с клавой, пацаны? Ладно. Сейчас тебя запросят реги. Кстати, могут. Я жду кровно 50 кака. Да, просто у меня немножко оно что-то залагало и не переводило. Так, 178. Фу, бля. Ну шо, пацаны, практически 30 человек на стримике. Можете подписаться. Поставить лайк, блядь, за такой спор. Минус 50 кровных миллионов. Теперь не будет у нас вопросов. Откуда 100 миллионов? О! Ладно. 1500. Официального доната це було б 16 тысяч рублей про X2. Пацаны, мы только что при X2 проиграли 16 тысяч рублей. При X1, ребятки, это 32 тысячи рублей, понимаешь? Понимаешь, сука? Бля, гоя тебе тоже нам нахуй 1000 рублей, ты не 50 кака. Теперь будет все говорить, где твои 100 кака, да. Будут вопросы, где 100 кака, пацаны, идея для нового видеоролика. Ха! Понял, принял.
Руслан Мироненко, 178-й айтишник. Так или нет? Отпиши мне в смс-ку. This is you, we're not who you. Так, Ярик, чё за? Куда отдаёшь? Мы проиграли только что спор на 50 миллионов, на 32 тысячи рублей при X1. Смотри, как онлайн поднялся. Да. Куда столько кадаешь? Я отдаю 50 миллионов. 50. 50 миллионов. Мироненко. Мироненко, блядь. Понял. Расскажи, что за спор был. Сейчас расскажем. Также будет у Детри видеоролик. Кто сейчас закинет от 5 рублей, будет увидеть себя на экране видеоролики его. Даже отдельненько вставим этих чуваков. Фонд бездомных животных отдает 50к. Да, Руслан Мироненко у нас самый главный, типа, так сказать, чебловечек в этой жизни. Ну что, ребятки, отдаем? Или же не? Вот что значит добрый человек. В натуре, блин, фонд животных отдаем, ребятки, 50 миллионов. Ютуб. За это нам полагается бриллиантовая кнопочка. Самое главное животное. Понял? Не отдаем. Ну все, Мироненко, так, мы, короче, лавку закрываем, так сказать. Спасибо большое за стривик. Ярик, видел видос Мейсона про уход вертеча? Нет, сейчас посмотрим. Дашь мне это уже нахуй. Максим, эти 50 миллионов могли быть твои, но ты спор, так сказать, проиграл, так что с тебя 100 миллионов рублей. Хана, блин, ты лучше иди дис, запиши новенький, довольно-таки интересненький, который зайдет побольше. Потому что твой дис, наверное, собрал, блин, минус 3 просмотра, понимаешь? И то с условием того, что мы его сегодня смотрели. Это был спор, понимаешь, типа, потому что, реально, мне сколько раз писали, давайте сейчас, типа, кину 1к, ты, блин, там, хуй в жопу засунешь, и такие, блядь, давай, блядь, давно хуй в жопу не сувал. И, типа, блин, понимаешь, типа, почему 100 миллионов раз, блин, не приходило, а сейчас, типа, ну, реально, типа, я тебе скину альбом, понял? А там Мейсон сказал просто, что он к ним норм относится. Позырь видос у Брулёва, они ДР отмечали, такая гулянка была. У меня просмотры на альбом с Дисами больше, чем... Ну, блядь, это же я популярный, нахуй, так что хуй сосы, блядь, понял? Пацаны, давайте подпишемся на канал, 50 миллионов. Улетают человеку с ником Руслан Мироненко. Мы отправили 50 миллионов, и теперь можно посмотреть реакцию у администрации, как бы, если она, конечно, будет. Может, администрация там немножко рипнулась, как бы, от таких сумм, блядь. Ну, поздравляю вообще. Хух, нахуй, поздравляю, так сказать. 50 минус 50 миллионов. Пацаны, проверяем Руслана Мироненко на орехданы, потому что это еще как бы лидераст, так сказать, нормальный. Может быть, мы его забаним, не? Там на админов. Ну, кто бы сомневался, ты же, блядь, только на админах и овентоны можешь подниматься, да? Еще сейчас Денетрио приплетешь, как бы плюс популярность. Ну что, ребятки, красивенько спор продрали на 50 миллионов. Кстати, да... Так, пацаны, у меня есть... А, блин, тю. Чушь серый. Моя же сайт.